Привет! Это обзор от Mob.ua и я Трэш. Сегодня мне в руки попало еще одно старое как дерьмо мамонта творение под названием Star Wars Jedi Knight. На сей раз Jedi Academy. Да, это продолжение той самой игры про джедаев, на которую я совсем недавно делал обзор. Сделано и портировано теми же бездарными и жопорукими людьми. Графику смыли в говно, при этом совершенно не обеспечив стабильность FPS. Но с грибами покатить решили мастера. Данный продукт рассчитан скорее на фанов уже игравших, так как у школьников такая графика даже на планшете вызовет припадок с брызгами не то что слюны, а пены изо рта. Но не судите игру строго, это сделаю я. Для того, чтобы вы понимали, насколько плохо выглядела игра еще в момент выхода, я напомню вам, к примеру, о второй части Макса Пейна, того же года рождения. Там и люди на людей похожи, и окружение на окружение. А тут люди как бревно, мир как бревно, да и бревно как бревно. Куда ни глянь, одни текстуры. Редкость, если им перепадет хоть пара полигонов. Короче, как понимаешь, обзор будет злым и кратким. Но не потому, что игра полное говно, а потому, что все зависит от моего настроения. И я, мать его, самый необъективный обзорщик в целом мире. Да и потому, что нет ничего такого, о чем не было сказано мной ранее в Jedi Outcast. Сюжет. Кайл Катарн, бессменный протагонист предыдущих игр серии, нашел все же себе место в галактике и стал обучать молодых джедаев. Кстати, теперь есть возможность менять пол, расу и внешний облик своего персонажа. Вдобавок можешь подобрать цвет и рукоять лазерного меча. Эдакая легкая иллюзия интерактивности. Выбираешь планетку, задание и отправляешься в путь. Ну прям Mass Effect. Но у продолжения саги все-таки есть свои плюсы. Локации стали более интересны, уровни разнообразнее и насыщеннее. Появились даже погони на реактивных мотоциклах, захватывающие битвы и интересные боссы. Но на этом достатки заканчиваются. Игра осталась такой же затянутой, уровни скучными, а сюжет таким же пресным. Оружие тоже осталось прежним, как и дубовый АИ противника. Кстати, игра стала еще суровее. Помнишь, я говорил об аптечках, которые пехотинцы обставляли пехотными минами? Так вот, тут их просто замуровывают в стены при постройке зданий. Какой нафиг извращенец это придумал? С Jedi Academy повторилась та же история, что и с Jedi Outcast. Разработчики делали основной уклон на мультиплеер, который вновь оказался на высоте в отличие от сингла, и который вновь отсутствует в Android-версии. Мой вам совет. Играли? Запомните этот светлый образ великолепной игры. Если не играли, а хочется, лучше установи ее на PC. Там и графика лучше, и управление удобное, да и ко всему есть замечательный по сей день мультиплеер. Но выбор твой. А на этом у меня все. Если тебе понравилось, то качай, ставь лайк, подписывайся на наш канал и вступай в группу. Там еще дофига интересного. Это был обзор от Mob.ua и я Трэш. До встречи. А?